назову его Дином, а выйду за него замуж. Всем привет! Меня зовут Вика, и это видео я снимаю не одна, с своей подругой Александрой. И да, совсем скоро будет замечательный праздник Хэллоуин, и поэтому в этом видео мы с вами будем вырезать замечательные тыковки. Не забывай подписаться на мой канал, чтобы не пропускать дальнейшие мои видео. Также поставь палец вверх под этим видео, ведь оно тебе понравится. И если тебе интересно, оставайся с нами, а мы начинаем. Эй, не шуми, не буду, я сейчас думаю. Итак, давайте приступим. Как она вырезается? Она? Ну, вот я сделала засечки, а теперь вот так вот со всей дури его вниз, только не проколись ей ногу. Опускаешь? Вот. Там внутри пустота, поэтому... Да? Да. И, ну, как пустота, но мягче. И начинаешь... Рабиты. Тяни. Это будет очень круто. Сердце. Ой, это реально сложно, блин. У тебя нет какого-то пожестче ножика? Ой. Ты себе выходишь печенку, но не смешно. Нет, печенка под ребро. Достал! Сейчас. Это засечки сделать не могу. Нет, сейчас на камеру покажу. И... A few moments later. Какая у тебя? Ты какая у меня? Молодец. Блин, ну что, мне его в бане. Долго же камера не перестает лицо. Сейчас мы будем переходить к самому вырезанию нашей тыквы. Поехали. Я назову его Дином, а выйду за него замуж. Знаешь, а я еще не готова к серьезным отношениям. Мы с ним пока просто будем спать вместе. Хотя, знаешь, мне кажется, я его брошу. Зацените эту красивую рожицу. Просто... Вика, ты влюбилась? Мечтаю. Ну что ж, вот такие вот тыковки у нас с вами получились. Я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши внизу в комментариях, в каком костюме на Хэллоуин ты придешь. Люблю вас всех, сияйте, увидимся в следующем видео, пока! С вами Вика. И в этом видео я вам покажу несколько идей декора к Хэллоуину.